Привет, вы на канале Светлашка Милашка. И сегодня я вам покажу, как вырасти шарики Арбис. Они такие маленькие, как бисериночки. Вот, а я их уже делала. И для них понадобится три вещи. Шарики, вот так они, вот такие, вот такой пленочки, мисочка и водичка. Желательно, чтобы водичка была тепленькая. Я взяла для сравнения. Вот такие они вырастают за 10 минут. Вот такие вот за часик. Сейчас я их буду делать. Отрываем эту. У моего братика есть такой пистолет. И он стреляет шариками Арбис. Он по мне так стрелял много раз, что мне набил маленький синячок. И эти шарики Арбис так прикольно прыгают. Они гладенькие на ощупь. Посмотрите, вот как они прыгают. И теперь я высыпала вот шарики. Они маленькие. Потом я заливаю их водичкой. И теперь мы наблюдаем, как они растут. Я их пока отставлю в стороночку и погуляю с этими. Сразу смотрите, они вот такие вот маленькие. Это они вырастают за 10 минут. И они как попрыгуны. Так высоко прыгают. И, ой, у нас тут осталось парочку наших арбизиков. Я их не досыпала. Сейчас я их досыплю. Покажи нам мисочку, как они растут. Вот у нас вот такие они уже выросли. Уже чуть-чуть побольше стали. Ух ты ж, как прям растут на глазах. Они сразу покрываются маленькими-маленькими пупырышками. Потом они их заглаживают и вырастают до вот таких. А для сравнения положи их в водичку. Вот для эту сравнения? К этим, да, и мы посмотрим. Для сравнения вот они такие. Ух ты, обалдеть. Прикольные, да? Да, они очень гладенькие на ощупь. Ой, прелесть. А как делают с ними ванны, да, там детки да. В них делают лежат. Целые-целые ванны, ищут в них сюрпризы. А теплая водичка это обязательно? Да, обязательно, потому что они тогда не очень растут. В холодной? В холодной они уменьшаются. А ты водичку меняешь, когда они растут? Иногда. Как остывает водичка, да? Когда она становится холодной, то я меняю ее на тепленькую. И они растут. Вот смотри, надо было оставить штучку вот эту вот сухую, чтобы для сравнения. Смотри, какие они уже. Ух ты, вообще прелесть. У меня есть одна сухая штучка. Вот положи рядышком, мы посмотрим. Сейчас я. Это не только деткам интересно, и взрослым, но такое приятненькое. Ай, какие прозрачные. Прозрачные даже не увидишь, да? Ладно, не ищи, Светулька, иди сюда. Сколько вот времени прошло, ты не засекала? Наверное, минутки две? Две минутки, вот уже, посмотрите, какие они. Уже значительно выросли. И представляю, что с ними через день будет. Правда, смотрите, я видела, что они уменьшаются. Некоторые да? делают в вазах шарики Арбис. И у них цветы вырастают. Да, растут. Это как водичка. А как она называется? Еще гидрогель, да? Гидрогель. Они, это состав этих шариков. Они Орбис. Растут в них. Шарики Арбис. Что только они придумают. Лишь бы детки были довольны, да? Мне очень нравится, что они эластичные и очень высоко прыгают. Зрители. Ты уже отделила и такие. А если залить водичкой, вообще прозрачных не видно будет.
зрители, а вы мне потом напишите, вам они понравились? И вам нравится, что они эластичные и прыгучие? Мне очень. Они очень-очень мягенькие, и гляньте, какие они выросли. Да, значит. И они покрываются сразу пупырышками. Они сразу как рифленые становятся, да? Потом у них заканчивается эта пупырочность, и они превращаются вот такие. Маленькие и красивенькие, и гладенькие. И на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!